еще вопрос, вот есть ли такое понятие воин света или работник света? Или это люди придумали уже? Это что человек вырабатывает положительные энергии. Соответственно, А воин вот. тьмы – человек, вырабатывающий отрицательные энергии. Можно, конечно, сказать, что он борется с какими-то там лярвами или какими-то там этими, но в основном это просто он вырабатывает положительную энергию. И когда он много ее вырабатывает, можно сказать, что он воин. Когда он, в смысле, что он когда она на сопротивление вырабатывает, можно сказать, что воин. Не просто там велосипед крутит, а на сопротивление. А что он прям Ну, то ходит есть. где-то и бьется с кем-то мечами, ну, не в нашей жизни. Ну, то есть, допустим, взять два человека, они одинаковое количество светлой энергии вырабатывают, но один это просто один на сопротивление ее вырабатывает, а сопротивление, например, болезни, да, какой-то, а второй просто, ну, без болезни это может, например, сделать, да? То один будет воином света, а второй просто просто кем-то, просто Второго тоже можно назвать кем-то. ну то есть это, в общем-то, Монахом в можно мире его душ, назвать. Тоже можно то есть в придумать мире, название. то есть в мире душ нет никаких там, условно говоря, воинов света там, которые именно какие-то, вот как у него, он показывал, что у него войско есть, да, там. Это войско, нельзя сказать, что это воины света или. Нельзя сказать, что они бьются мечами с кем-то. Они работают, но что они бьются на поле боя, что они кого-то убивают, там какие-то души, все равно так нет. Все они производят. А они там никого не убивают. Если воин вообще подразумевается, что он должен кого-то убивать. Они там работают. Но для как бы, такое название громкое, можно сказать, что воин. Потому что он работает, на сопротивление тяжело. И может в любой момент погибнуть. Так, в общем. Хорошо.